Всем саран, и с вами Ризука. И я была и являюсь ЛПС-тубером. Я была членом ЛПС-тубов в течение 4-5 лет. В настоящее время у меня 227 подписчиков. Дальше пойдут вопросики от Кити Фокс. Что такое ЛПС-туб? Не знаю, как для кого ЛПС-туб. Для меня лично это сообщество, которое помогает людям развиваться с помощью ЛПС. Можно найти себе новых друзей, которые также могут помочь тебе в развитии своего канала. Можно снимать различные клипы, сериалы, DIY, теги, мини-фильмы, а также распаковки и многое-многое другое. Следующий вопрос. Что ЛПС-туб сделал для вас и как это помогло тебе? Кто не знает, но у меня было на эту тему видео, я узнала о ЛПС совершенно спонтанно. У тети была свадьба, и там была девочка, у которой было там 4 или 5 ЛПС из мультика. Вот, и они мне очень сильно понравились. На следующий день тетя мне купила парочку ЛПС из старой новой коллекции, у которых еще голова снималась. Вот. Потом я начала коллекционировать, и я даже не могла бы подумать, что я буду снимать на свой канал Ризука, который я безумно люблю, и я не хочу терять свою аудиторию, хоть ее и мало, но вы все-таки есть у меня, и я не хочу терять вас, своих любимых котят, своих подписчиков, и ни в коем случае я не добилась всего сама, я добилась благодаря вам, благодаря своим подписчикам. Если бы вас не было, канала бы тоже. Если бы не было моего бы канала и вообще ЛПС-туба в целом, я бы не была бы собой, не была бы такой, какая я есть, веселой, там, умной местами, так скажем. Я не была бы собой, если бы не было бы ЛПС-туба. Я не хочу терять свою аудиторию, не хочу терять вообще ЛПС-туб и Кити Фокс в том числе. Она очень хороший блогер, я очень ее люблю и всегда смотрю ее видео, и они всегда на позитиве, безумно интересные, безумно классные. Особенно ее сериал, который называется «Музыка нас связала». Я безумно его люблю и тоже не хочу терять ни Кити Фокс, ни Энди, ни Стейлор, ни Пили Монику, ни Алину Скрипкину, особенно ее, потому что ее сериал «Двойное счастье» сделал из меня вдвойне счастливую. Давайте сделаем это вместе. Если вы не знаете, как снять видео, пишите Кити Фокс в Инстаграм, я оставлю ссылочку в описании, она вам все подробно объяснит, как снимать. И я вас всех люблю, мои котятки, давайте сделаем это вместе. Всем пока-пока, я вас всех люблю, пока. Пшшш.